она порвала мне одежду, она вот расцарапала мне, ну, руку, порвала мне одежду. Это, заметьте, юридический лицей, это замдиректора. Татьяна показывает царапины и говорит, это следы беседы с руководством юридического лицея. А все началось с того, что дети начали массово жаловаться на плохое питание. У нас два ребенка серьезно заболели. Один ребенок по скорой помощи попал с температурой 40 и серьезнейшим отравлением в больницу. Он до сих пор там находится. И вторая девочка сейчас тоже переведена на жесткое, ну, диетическое питание. Были жалобы в течение месяца на плохое самочувствие после обеда. Лицеистка Алла говорит, их заставляют есть сомнительную пищу. Недовольных оскорбляют. Директор зашел в класс, спросил, понравилась ли нам еда. Все сказали, что она отличная, одна я сказала, что мне она не понравилась, и из-за этого он меня назвал овцой и сказал забирать свои документы и уходить с лицея. Большая часть класса, они его боятся, он всегда заходит и спрашивает, как нам еда. И когда мы стоим в столовой, он всегда смотрит, чтобы мы все съели, а если мы не съедаем, он подходит и орет на нас очень сильно. Зам директора на месте не оказалось, а ее отец, директор лицея, говорит, все это клевета и вообще никакого конфликта нет. Никакой конфликтной ситуации, она уже вся исчерпана, девочки. Все. Вы комментируйте, это же ваше. Я ничего не буду комментировать. А почему-нибудь? А почему я должен комментировать? Уже все разобрались. Ну, вот родители говорят, что замдиректора их ударила, что все это, ребенка. Это все выдумки, это все неправда. Все. Татьяна Петровна, дайте, пожалуйста, нормально проводить учебный процесс. Вы мешаете работать учителям и учить детей. Да. Все, извините. У нас никогда в нашем меню не было две котлеты. Вот девочка наша, подойди, пожалуйста, Аллочка. Скажи, пожалуйста, было в курсе когда-то у вас две котлеты? Не было. У нас не было две котлетки, вот, поэтому, ну, как бы мы сегодня очень рады, что наши презентации, тефтели, это не котлетки. Мы говорим о котлетах конкретно. Вот котлетки, их две штучки. Тем временем в столовой готовятся к обеду. Но рацион значительно отличается от обычного, утверждают родители и дети. Говорят, он изменился после вчерашней драки замдиректора. Вот вам сейчас сказали, обычно дают две котлетки. Когда идет сок, когда идет компот, когда чай, цены же не одинаковые. Поэтому я согласна ценам. Так, девочки, когда сок у вас, когда чай, когда компот, так же. Ну, поэтому зачем показывать две котлеты, две тефтели даю, когда, ну, было такое. 27 числа я купил сосиску в тесте только в лицее, ел еду, которую там дают, ну и дома. И вот когда пришел после лицея, в лицее у меня уже болел живот, после лицея у меня температура начала подниматься, морозить, ну и так далее. Всю ночь сбивали температуру, на следующий день температура так же самая была, тоже сбивали, которое то, что было дома. И уже вечером, 28 числа, мне забрала скорая помощь в больницу. Ну а пока в лицее готовятся к обеду, Коля с мамой забрали выписку из инфекционной больницы. Они уверены, отравился подросток именно в столовой лицее. У него началось уже на вечер рвота и расстройство, уже все как бы обезвоживание началось организма. И все, нас забрали ночью 28-го, сюда привезли, сразу под капельницу. Диагностировали пищевое отравление средней тяжести. У нас как бы возник такой вопрос сегодня к директору, чтобы поменять поставщиков продуктов, потому что, видимо, некачественные продукты поставляются в лицей, из которых как бы поварам там все ходили девочки с родительского комитета, проверяли, что там чистые все посуды, кастрюли, вся посуда чистая, в хорошем состоянии. И готовят, как бы стараются. Директор говорил сегодня нам в кабинете с 4 утра. Родители уже написали заявление в полицию и обращение в департамент образования. Они надеются, что компетентные органы проведут проверку и массового отравления в учебном заведении удастся избежать. Анна Граденцева, Алексей Прокопенко, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер».